Божья работа, завоевание вас. Есть великое спасение. Каждый из вас полон грехов и безнравственности. Теперь вы видите Бога лицом к лицу. Он обличает и судит. Вы получаете Его великое спасение. Вы получаете Его величайшую любовь. В основе всех дел Бога лежит любовь. Он судит ваши грехи, чтоб вы размышляли о себе, чтоб вы спасение обрели. В основе всех дел Бога лежит любовь. Он судит ваши грехи, чтоб вы размышляли о себе, чтоб вы спасение обрели. Хочет уничтожить человечество, сотворенное Его руками. Он делает все возможное, чтоб спасти. Среди вас Он работает и говорит. В основе всех дел Бога лежит любовь. Он судит ваши грехи, чтоб вы размышляли о себе, чтоб вы спасение обрели. Ненавидит вас, наоборот, Его любовь самая истинная. Он судит за непослушание людей. Это единственный способ спасти. Потому что вы не знаете, как жить, и вы живете в грязном месте, полном греха. Ему приходится судить, чтобы вас спасти. Судит ваши грехи, чтоб вы размышляли о себе, чтоб вы спасение обрели. В основе всех дел Бога лежит любовь. Он судит ваши грехи, чтоб вы размышляли о себе, чтоб вы спасение обрели.